Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Роковое новолуние, 4 декабря. Как этот день отразится на каждый знак зодиака? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Новолуние в знаке зодиака Стрелец, и состоится оно 4 декабря в 10:45 по Москве. Солнце и Луна сольются вместе, образовав новолуние в мятежном и независимом знаке Стрельца. Это прекрасное время, чтобы оградить себя от всего, что вас ограничивает. Больше не нужно приспосабливаться к другим. Новолуние поможет вам наконец-то быть самим собой. Посмотрите, как энергия Луны повлияет на знаки зодиака. Новолуние – это начало нового цикла. Пришло время закончить все старые дела и начать новые проекты. Новолуние Стрельцы заставит вас почувствовать, что пора принять важное жизненное решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Энергия Стрельца стимулирует интуицию, поэтому теперь вы можете лучше позиционировать себя с окружающим миром. Под влиянием энергии Луны ваше сердце лучше всего подсказывает вам, что делать. Если вы долгое время чувствовали дискомфорт в отношениях, которые ограничивают вас и причиняют боль, возможно, декабрьское новолуние станет для вас началом перемен к лучшему. Слушайте себя и просто действуйте. Новолуние Стрельца поможет вам улучшить вашу социальную жизнь. Вы заведете новые знакомства и дружбу или укрепите уже существующие. Во время новолуния Стрельцы задумайтесь о своих намерениях, желаниях и целях. Запишите в тетрадь, где и как вы видите себя в будущем и что вам нужно сделать, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Если вас что-то беспокоит и вы сомневаетесь, что делать со своей жизнью, прислушайтесь к себе и с энергией новолуния начните воплощать свои мечты в реальность. Прежде всего, начните наконец-то быть самим собой. Как это новолуние повлияет на ваш знак зодиака? Овен. Новолуние Стрельце поможет вам упорядочить круг ваших знакомых. Избавьтесь от общения с людьми, от которых вам становится дискомфортно. Пусть в будущем их место займут другие. Развивайте дружеские отношения, которые поднимают вам настроение. Новолуние – отличная возможность познакомиться с кем-то новым, поэтому вместо того, чтобы оставаться дома, отправляйтесь туда, где вы еще не были. Телец. В вашей карьере вы захотите внести некоторые коррективы. Энергия новолуния сделает вас изобретательнее и даже экстравагантнее. Вы можете почувствовать внезапное желание проверить предложение, вакансии о работе или даже решить бросить свою обычную работу и начать трудиться только на себя. Близнецы. Декабрьское новолуние побудит вас отправиться в большое приключение. Это может означать планирование новогодней поездки за границу, путешествие с целью расширения вашего интеллектуального кругозора. Новые виды ситуации станут для вас прекрасной возможностью заново открыть для себя свой внутренний мир. Раки. Последнее новолуние в этом году побудит вас пересмотреть многие жизненные позиции. Подумайте, какие особенности выделяют вас среди других, и начните их развивать. Может оказаться, что они станут вашим самым большим достоянием и настоящим предметом гордости. Вы, наконец, поверите в себя. Львы. В это время вам следует сосредоточить свою энергию на самых близких и любовных отношениях. Теперь вы можете возродить свои отношения и снова зажечь пламя любви. Это возможность внести гармонию в свою жизнь. Если вы одиноки, этот период принесет вам много возможностей для свиданий. Дева. Новолуние побудит вас обратить внимание на состояние окружающей среды. Вас озаботят вопросы, связанные с экологией и природой. Вы также начнете осознанно выбирать продукты, которые окажутся у вас на столе. И не исключено, что в это время вы решите сесть на вегетарианскую диету. Весы. Когда человек с головой погружен в рутину повседневных дел, он непроизвольно начинает подавлять себе творческую личность. С наступлением новолуния Стрельцы вы почувствуете огромное желание вырваться из замкнутого круга повседневной жизни и захотите заняться чем-то увлекательным. Зарядитесь творческой энергией, которая подтолкнет вас на путь личной свободы. Непременно воспользуйтесь этим временем вдохновения. Оно может сделать для вас что-то потрясающее. Скорпионы. Новолуние в Стрельце принесет вам новый позитивный толчок в семейной жизни. Это идеальное время, чтобы обсудить важные дела с близкими. Возможно, в это время вы примете важное решение продать или купить недвижимость, а может быть, ее просто отремонтируете. Самое главное, чтобы все остались довольны. Стрелец.
Декабрьское новолуние может восстановить старые дружеские отношения. Не удивляйтесь, если с вами свяжется ваш старый школьный друг или подруга. Луна в Стрельце поддерживает построение отношений с другими людьми и побуждает вас стать лучше. Если вы все еще затаили обиду на кого-то из прошлого, сейчас самое время, чтобы простить и забыть. Может, пора сделать первый шаг к примирению? Подумайте. Козероги. С наступлением рокового новолуния вы можете получить большую финансовую безопасность. Теперь у вас могут появиться новые возможности и источники дохода. Вы также можете получить значительное повышение или прибавку к зарплате. А если начальник ничего вам не предлагает, проявите инициативу сами. Удача будет на вашей стороне, поэтому не бойтесь рисковать. Водолей. Новолуние в Стрельце – идеальное время для метаморфозы или изменения своего имиджа. У вас может возникнуть соблазн попробовать новый стиль. Может быть, новая прическа или макияж? Однако будьте осторожны, чтобы не увлечься и не сделать то, о чем потом будете сильно жалеть. Рыбы. Данное новолуние в Стрельце, которое состоится 4 декабря, поможет вам погрузиться в себя. Найдите время, чтобы подумать и позаботиться о том, что именно вас беспокоит. Новые концепции, оригинальный подход помогут решить старые проблемы. Задавайте вопросы и не бойтесь открываться самому себе. Роковое новолуние очень сильно повлияет на каждый знак зодиака. Не бойтесь в этот период сделать первый шаг навстречу своей мечте, ведь это период перемен, который позволит вам многое понять в своей жизни, понять, в каком направлении вам двигаться и как вам дальше быть. Поэтому не пропускаем этот день и обращаем внимание на все подсказки судьбы, которые будут у каждого в этот период. И если вы будете внимательны, судьба обязательно даст вам возможности, даст вам шансы все исправить и все изменить. Ведь это идет самый роковой день, который позволяет получить и благополучие, и прийти к своему счастью.